Генеральный партнер проекта – торговый центр «Город». Встала я сегодня утром, надела прекрасное платье, отразилась в зеркале и подумала, какой хороший день, пойду на работу схожу. Какая неотразимая. Платье, кстати, сегодня нам представлено замечательным авторским дуэтом двух Кристин. Называется фэшн-студия Крис энд Тина. И мы очень благодарны девчонкам за их творение, они нам нравятся. И, между прочим, там можно не только найти платье готовое, но и заказать что-нибудь на свой вкус. Между прочим, качеством мы остались довольны, поэтому всем рекомендую. Да. А героем нашей сегодняшней программы, кстати, будет молодой человек. Ну, подожди, оставь хоть какую-нибудь интригу на знакомство. Я Маша Карманова. И я Маша Медичи. Начинаем новую серию проекта «Матрешка шоу». Ибрагим Магомедов, 19 лет, работает поваром в кафе. Ищет свою индивидуальность. В самое ближайшее время переезжает в Москву, где мечтает найти высокооплачиваемую престижную работу. В проект пришел за новым имиджем, который понравится столичному руководству. Как бы мне такой имидж не нравится самому себе. Вот иногда в зеркало смотрю, что-то как не так, хочу поменять, а никто в этом не может помочь. Сегодня у нас в программе герой – молодой человек. Амбициозный, горячий. Ну и, в общем, собирающийся покорять столицу. Ну, знаешь ли, в 19 лет кто из нас не был амбициозным? Но чего-то в этом возрасте явно не хватает. Опыта. Согласна. Не хватает не только опыта, но и понимания того, как выглядеть стильно и при этом по-деловому. То есть Юля сегодня будет работать над задачей создать деловой образ взрослого человека. Уверена, что у нее это получится, и наш 19-летний Ибрагим будет выглядеть на все 100 перед новыми работодателями. Юлия Путина – стилист. За несколько лет работы в модном бизнесе сотрудничала с глянцевыми журналами, торговыми комплексами, телешоу. В программе «Матрешка шоу» отвечает за подбор стиля и формирует новые образы героинь. Новый имидж мне нужен для того, чтобы на меня обратили внимание. Я в новом городе, конечно, чтобы ничего не подумали, в новом рабочем месте, чтобы относились, да, серьезно. Пиджак. Вот чего точно не хватало Ибрагиму. Ну, знаешь, такой пиджак, согласись, очень трудно выбрать самостоятельно молодому человеку 19 лет, потому что пиджаки, как и костюмы, ассоциируются с чем-то уж очень серьезным и излишне взрослым. А в 19 лет хочется носить спокойную, расслабленную одежду. Этот пиджак вполне претендует на звание расслабленного. Посмотри на этот милый горошек, который его украшает. К тому же Юля Путина одела под этот несерьезный пиджак спортивную майку. Да, мне очень нравится это сочетание. Кстати, верх целиком подобран в отделе «Клан». А вот брюки мы нашли в «Маратон-клабе». Брюки, кстати, согласись, вполне такие обычные, но в сочетании с другими необычными вещами хорошо играют. Мне очень нравятся ботинки из замши, которые мы нашли в отделе «Чарли Чаплин». Обрати внимание, как неаккуратно завязаны шнурки – это тоже элемент стиля, и на это тоже непременно обратят внимание в столице. На самом деле, это первый герой в «Матрешка-шоу» с такой яркой внешностью. И моя задача была одеть его так, чтобы он смог найти новую работу в городе Москва. Он работает шеф-поваром, конечно же, хочет, чтобы он работал в хорошем престижном ресторане. И не выглядел, как толпы других мужчин, которые ходят по проспекту. Первый образ выполнен в образе бизнес-кэжуал. Здесь белая футболка, необычный жакет в мелкую крапинку, брюки чинос и удобная обувь. Ну, у меня в гардеробе там мало вещей, я только особенно джинсы ношу, и вот какие-нибудь футболки и кофты, и все. А больше не знаю, что мне подходит, и вот вообще не знаю. Вот иду с девушкой, она даже мне дает, я вообще не мерю. Майка, кроссовки, согласитесь, очень типичные элементы одежды для молодого человека. Но как они обыграны, как поданы, какой прекрасный цвет. Глубокий цвет синих брюк дополняет этот комплект. И вот этот чудесный кардиган я бы как раз порекомендовала нашему герою надеть на знакомство с родителями будущей девушки. Потому что он создает ощущение какой-то домашности, какой-то уютности. Ну, то есть снял кардиган, а такой веселый парень надел кардиган, и я такой хороший и положительный. Ну, мне лично очень импонирует то, что это не джинсы, а именно брюки. И самое главное, что молодые люди вполне могут экспериментировать с цветом и добиваться успехов. Весь образ подобран в отделе «Маратон Клаб». Это отдел, где любой мужчина может найти для себя прекрасную одежду для любого случая жизни. Это на втором этаже.